идем за машиной. Вчера снять не удалось, сегодня написал в Facebook группу. Посмотрели еще на Ютубе пару обзорчиков, где можно снять машину. Здесь в Алании, в Махмутларе. Сейчас пойдем проверим местечко одно. Заказали машину сегодня на завтра, на 2 дня, по 300 лир. Цены начинаются от 250 лир, примерно, сколько там, 2300 рублей, 2350, может быть. Зависит от года, в общем, мы взяли за 300 лир. Такая большая, большой Citroёn с кондиционером, со всеми делами. Завтра едем в Анталию. И еще купили рыбы. Рыбу такая красную. Запечем сегодня, я не знаю, тут килограмма, наверное, полтора, в ней два, может быть. Стоит 62 лиры или примерно 580 рублей за килограмм. Отличная рыбка. Будет у нас с луком, с перцем и с помидорами. Вот что получилось. Все очень вкусно. Правда, я себе навалил. Тут она немного хаотична. Вот у мамы. И салат с моцареллой, с местной. Все вкусно. Сегодня среда, уже вечер. Идем на финикулер в Аланию. Точнее, едем. Уже третий день подряд ездим в Аланию. Сейчас прокатимся на канатке до крепости. Погуляем там, посмотрим виды. И что-нибудь еще придумаем. Идем сейчас возле отеля практически, в котором я был в прошлом году. Вот здесь, по вот этой улочке. Я здесь был зимой, все закрыто. Прикольно. Сейчас опять много народа. Ездит скутер, как всегда, по тротуарам. Вот он, Sunway. И вот здесь сразу финикулер. Вначале резкий старт. Кошачий город. Смотрите, сколько кошек здесь. Это прямо вот в Алании, на Клеопатре. Детские ясли. Ой, я плёхочки мой. Смотри, какой красивый. Посмотри, окраска была. Угу. По пляжу Клеопатры прогуливаемся. Уже вечер. Попробуем мороженое местное. Достаточно вкусное. У меня шоколад с печеньем, а это карамель. Вкусно? Вкусно. Здорово. Стоит 5 лир. Мы в Алании. 45 рублей примерно. Смотрите, как подсвечиваются бассейны у нас. Завершается сегодняшний вечер у нас заплывом в бассейне. Часов 10 уже вечера, наверное. Такой у нас бассейн классный. Вот глубина. Наверное, там чуть подальше, поглубже. Находились опять сегодня. Ноги устали, в бассейне как раз расслабляешься. Здорово. Градусов 28, погода. Влажно. Вот и наш комплекс. Вот он второй. Самый крутой, с красивой территорией зеленой. Ладно, отключаемся. Чуть-чуть поплаваем и пойдем уже отдыхать завтра в Анталию. Четверг. Забираем машину и едем в Анталию. Она сейчас на клининге. Вот она стоит. 10 минут сказали подождать и можно ехать. Сейчас попьем, пока чай. Стоит 300 лир. Сутки. По-моему, вот этот Hyundai, ну, что-то типа такого. Да, вот этот. Стоит 250. По-моему, самая дешевая цена сейчас. 250 лир за сутки за машину. Ну, что-то типа такого Renault будет стоить уже 350, если новый. 2020 года, вчера узнал. Вот такая машина. Citroёn. Поснимал как раз ее заодно на всякий случай. Вроде все в порядке. Чтобы не было потом претензий к нам. Now, two. One, two. Two days later, same. Mm-hmm. Послезавтра также. Также. Я надо также. Ага. Окей. Ага.
все тогда, да? Ну, окей. Лима is working now. Car is working. Хорошо. Взяли машину, вроде все нормально, едем в Анталию, только выехали. Вот. Покажу, вот она как выглядит. Едем. Твоего деда пропустим. Тут не принято, в принципе, пропускать. И лучше, наверное, даже не пропускать. Потому что здесь надо соблюдать местные правила, а то можно попасть в аварию. Приехали в самый, наверное, большой торговый центр, называется Mall of Antalya, возле аэропорта. Сейчас покажу, что здесь. Мне на самом деле не очень интересно, я вот один сейчас хожу. Отсоединился от мамы, слишком это вещи не люблю вообще выбирать. Выбираю все в интернете, заказываю, потом еду, покупаю, если понравилось. Сейчас ищу поезде. Место со вкусным мороженым. Здесь такое мороженое, и оно с халвой. Вот это халва сверху. Мороженым. Такое необычное, как бисквит, что ли, какой-то мокрый. Очень вкусно. Эта баночка стоит 130 рублей. Никакая. И кофе. Подарок здесь наливают. Свежесваренный. Турецкий. Вкусный тоже. Неправильно сказал. Это не халва просто. Это из манки халва. Халва из манки. Очень интересно. Халва из манки. Вообще первый раз такой слышу. Очень вкусно. Прям рекомендую. Машины, кто-то выезжает, рулит. Тут, конечно, движение хаотичное. Мы поворачиваем сейчас направо. В новом торговом центре уже, наверное, 8:30 вечера. Заканчиваем наш поход. Сейчас покажу, что заказали поесть. Это стоит 24 лиры. Вот такое блюдо здесь. Салат, колслоу, типа макароны и курица на выбор. С любым соусом. Мама взяла себе мексиканский, а барбекю, а я себе взял с грибным соусом. Вот такая штука стоит 24 лиры, примерно 220 рублей. Отлично. Такой соус сливочный, грибной, не соленый. Хорошо. Как я люблю. Сейчас макароны попробуем. Барбекю обалденно. Макароны. Давай, возьму. Макароны хорошо сваренные. О, барбекю вкусный, да. О, прям напротив, называется Кумпир Бокс, по-моему, так. Вот в этом магазине купили больше всего вещей. Ну, маме подошло здесь, прямо вот она рекомендует женскому полу, женской половине Турции, если будете в Анталии. В Алании у нас нет, да, таких? Вот в Анталии, да. В этих торговых центрах главных. Mall of Antalya и Mark Анталия, да? Сейчас поедем уже домой, время 9:30 вечера. Целый день пролазили, еще часа два ехать до дома. Такой центр. Тоже огромный, много этажей. Вот так. Сегодня уже пятница, приехали на завтрак. Вот то же самое место, где я был в прошлом году с ребятами. Ребята, вам привет. Ирина с Евгением. Сейчас покажу. Вот такой завтрак турецкий на две персоны. Стоит он 55 лир сейчас. Это получается на двоих 1000 рублей. Примерно, чуть меньше даже. И чай точно так же безлимитный. Кофе это отдельно уже заказывали. И вода. Народ купается. Красивое море средиземное. Клеопатра.
сетку натянули здесь. Народа много. Сейчас пойдем купаться. Красиво. Приехали в ресторан, в такой достаточно знаменитый, с крутым видом. Он прям так и называется, панорама. Сейчас покажу вид. Очень круто, и днем здесь хорошо, и вечером. И говорят, ребята все знакомые, что здесь, во-первых, и вкусный, и самый крутой вид. Ресторанов здесь по дороге достаточно много с видом, но здесь вот прям топ. Это вот ночью, вот такой вид на всю Аланию. И, соответственно, прибрежные районы, вот там где-то Махмутлар уже. Это Алания. Вот башня красная, где сегодня мы завтракали, кстати, внизу. Смотрите, тут несколько этажей в этом ресторане, и столики заняты. Нам пришлось даже подождать, пока нас пропустят, потому что мы не резервировали. Вот такая красота. Заказали пасту и салат «Цезарь». Стандартный, классический, с курицей. Капучино. И вот отсюда сейчас еще один вид. Хоп! Вот. Пока мы ждали, вначале принесли булочки такие. Вот они. Она такая пресная, просто нереально вкусная. Ее прям, видимо, только сейчас готовят. И она теплая, прям горячая принесли. И к ним два соуса. Один стандартный здесь, везде его подают. Йогурт с мятой и чуть-чуть лайма там. И другой это просто аджика. Но вот мне вот этот очень нравится. Йогурт с мятой. Бомба. Сейчас попробуем макарошки. Вот такие. Это карбонара тоже, классическая, можно сказать. Хороший такой, неядрёный, да, вкус? Химический вкус не добавок нет. Да-да-да, химии не чувствуется, прямо то, что надо. Цезарь тоже очень вкусный оказался, он такой легкий. Салат, нестандартный немного соус, да? Такой более легкий какой-то, да? С чем-то, может быть, цитрусовым привкусом. Ну, интересный соус, но... Основа Цезаря в салате. Капучино, кстати, тоже зачет. Вкусно очень. Все фоткаются. Это повыше ресторана. Вид крайне, конечно, здесь классно. Сдали машину, даже не смотрели, не проверяли ее, ключи отдали и разошлись, все нормально. Идем сейчас искупаться, уже воскресенье, у нас 2 дня остается, точнее 1.5, и будем уже возвращаться в Россию. Сегодня суббота, раз? Да. Да? Да. Ну да, точно. Да, у нас еще 2 дня, что-то я потерялся. Точно, это ж хорошо, еще плюс 1 день. Ладно, идем купаться. Такие большие волны здесь сегодня, огроменные просто. Аккуратно надо заходить, а так, в принципе, когда выплываешь туда уже подальше, то нормально. Что, закончился наш отдых недельный, возвращаемся домой. Все понравилось, отлично. Единственное, очень жарко сейчас, зато море теплое. Понравилось все? Очень. Море подобное.